Вартовчанам больше не придется ездить на обследование в Сургут. Речь о пациентах с кардиостимуляторами. Накануне в городской поликлинике открыли кабинет аритмологии. Теперь здесь принимают пациентов с нарушениями ритма сердца и проводят экспресс-контроль имплантированных устройств. Служба появилась по инициативе главного кардиолога Югры Ирины Урванцевой. В распоряжении медиков три аппарата для диагностики. Во время приема на пациента надевают магнитное устройство. Параметры сердцебиения сохраняются в памяти кардиостимулятора. Прибор Аполло считывает информацию и помогает найти нарушения. За день врач принимает до 20 пациентов. Пациенты, которым установлены кардиостимуляторы в Сургуте, в кардиоцентре, они будут приходить теперь к нам. Не будут ездить в Сургут, пациенты Нижневартовского района будут приходить к нам и проверять стимуляторы. У нас пока есть только три аппарата – Аполло, Метроник и Сен-Джуд. Ждем Бостона и будем проводить все исследования, необходимые пациентам с имплантированными устройствами и с нарушениями ритма. Отмечу, в Нижневартовске проживает более 43 тысяч человек с болезнями системы кровообращения. Кроме того, по словам врачей, довольно часто нарушения ритма находят у людей, переболевших коронавирусом. После обследования кардиолог назначает пациентам лечение, либо направляет на операцию в окружной кардиодиспансер.